На стадионе «Металлург» состоялась первая в этом году тренировка видновской мотобольной команды. Спортсмены снова сели на свои мотоциклы, чтобы начать подготовку к новому сезону. Пока ребята выполняют простые упражнения, чтобы привыкнуть к полю. Позже старший тренер начнет включать в программу тактические заготовки на новый мотобольный сезон. Помимо тренировок на мотоциклах, спортсмены посещают тренажерный зал и бассейн. С приходом тепла добавится футбол. Вот который мы нормативы все сдаем, все понемножку делают выводы, прибавляют с каждым годом. Ну, это дает такой позитив всем, хороший настрой, что сезон будет интереснее, лучше, у всех будет лучший результат. Я на это надеюсь. Новый мотобольный сезон в России начнется 26 апреля в Видном. «Металлургу» предстоит сыграть с командой «Кировец» из Краснодарского края. Не подводите нас, город Видное. Во всех городах и селах, станицах, куда мы приезжаем, почти полные стадионы. Нам тоже надо поддерживать эту тенденцию. Сразу после 27 апреля видновские спортсмены на домашнем поле встретятся с агрокомплексом из станицы Кирпильская. После чего «Металлург» отправится во Владимирскую область, чтобы принять участие в Кубке России. Он пройдет с 1 по 7 мая.